С повестки 44-й сессии 39 вопросов. В начале заседания парламентарии рассмотрели социальный блок. Поправки в законы о здравоохранении, о порядке и условиях предоставления жилья отдельным категориям граждан. Один из важнейших пунктов повестки – обсуждение проекта закона о бюджетном процессе Иркутской области. Этот закон должен детализировать процедуру внесения изменений в главный финансовый документ. Так, в частности, на первое чтение предлагается отводить 15 дней, на второе – 12. Также будут изменения, которые носят уточняющий характер и закрывающий пробелы по бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования граждан. Значит, вместе с внесениями изменений в бюджет будут представлены, и мы будем настаивать, чтобы предоставлялись ведомственные целевые программы. Да? И самое главное, чтобы были представлены уже согласованные методики расчета межбюджетных трансфертов, да, которые, как правило, появляются с бюджетом в виде проекта, да, потом могут корректироваться. Законопроект принят в первом чтении, работа над ним будет продолжена во втором. Значимым вопросом сегодняшнего заседания депутаты назвали также внесение изменений в устав Иркутской области. Как рассказал Борис Алексеев, поправки, которые необходимо принять, касаются противодействия коррупции. Устав должен быть приведен в соответствие с национальным планом противодействия коррупции, утвержденным президентом. Кроме того, мы серьезно прописываем в изменениях в уставе будущие выборы губернатора Иркутской области, начиная от того, что губернатором Иркутской области может быть избран гражданин именно Российской Федерации, достигший возраста 30 лет, и далее уже по процедурам выдвижения, которые будут определяться, значит, уже законом Иркутской области, которая на сегодня готовится. Как пояснил Борис Алексеев, этот закон депутаты планируют рассмотреть на июньской сессии. В завершении заседания состоялся правительственный час. Он был посвящен развитию агропромышленного комплекса «Приангарья». Одна из тем, которые обсуждались, необходимость обеспечения учреждений социальной сферы продукцией местных производителей. Вероника Титова, Александр Пахомов. Новости сейчас.